привет! В эфире рубрика «Секретики кухни», и сегодня я расскажу вам, как приготовить настоящий шашлык. Секретики из кухни! В первую очередь нужно включить мангал. Всем известно, что русские не умеют готовить настоящий шашлык, поэтому я позвала белоруса. Калиласка! Только натуральные продукты. Мясо на углях, здесь вот такая. Мясо-то где? Ну еще у нас вот есть мясо, сейчас мы его откроем. Если мясо вы так и не нашли, мужчина – добытчик. Я ему сказала, что его мать у меня в заложниках. Нет добычи, нет мизинца. Я гриб нашел. А в грибах белка даже больше, чем в животных. Он схвался от меня, а я его нашел. Перед тем, как пробовать еду, обязательно сфотографируйте ее в Инстаграм. Так она становится намного вкуснее. Are you ready?